Канады в Шеффилде на чемпионате Европы. Предыдущий их личный рекорд уступал вот сегодняшнему результату где-то 1,5 балла. Публика приветствует еще одну свою пару. Харрис Ральф и Ашер Хилл. Кстати, у 9 дуэтов из, вернее, у 7 дуэтов из 8, которые участвуют, 2 танца в короткой программе – это полька и вальс. И вот единственный дуэт – это Харрис Ральф и Ашер Хилл, у которых кроме польки, с которой они начинали, и вальса, еще вот кан-кан, завершающий танец в их короткой программе. На сегодняшний день в Канаде, конечно, лидеры – это Тесса Вертью и Скотт Мойер. Это, как говорится, вне конкуренции. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира действующие. Ну вот, кроме них, еще очень сильная есть пара. Сильный дуэт Кэтлин Уивер и Эндрю Паже. Они выступали, кстати, Уивер и Паже на первом этапе на Skate America. И очень важный момент американского этапа, что Уивер и Паже сумели обойти нашу Екатерину Боброва и Дмитрия Соловьева, таких своих вечных соперников. Но вот те канадские дуэты, которые мы видим здесь, на
этом этапе, но за исключением, конечно, Вертью и Мойра, Гиллис, Пуарье и Ральф и Хилл, ну, это как бы на сегодняшний день дуэты второй эшелон. Вот те же Ральф и Хилл на последнем чемпионате Канады заняли 4-е место. Еще такое стабильно они занимают 4-е место на протяжении последних лет. В прошлом году на аналогичном турнире этот канадский дуэт занял 5-е место. Thanks to my Starbucks waitress, everybody. Bus driver, the TCC drivers. Довольны фигуристы. Вот. Довольны ли их выступлением арбитры? В таком случае они на это очень надеются. The short dance score. 50 баллов ровно. Ну и третий пока результат. Вступили они Гиллис и Пуарье, и в том числе это из Азербайджана. Ну вот страшно недовольны трибуны.